другой, но именно накопленный после того опыта. Но в любом случае, возвращаясь к теме ограничения выбора СМИ, все, что я могу посоветовать для того, чтобы не подпадать под обаяние одной идеологии, это стараться искать, во-первых, разные источники информации, разные не в том смысле, что у них разное оформление или разная аудитория, а в том смысле, что о них известно, что интересы их владельцев, как правило, противоречат друг другу. В частности, во второй половине 90-х годов, когда крупнейшие СМИ страны были, по сути, поделены между двумя хозяевами, Березовским и Гусинским, каждый раз, когда у Березовского и Гусинского возникал конфликт, читая и смотря СМИ, принадлежащие им обоим, удавалось узнавать очень много не только об этом конфликте, но и о интересах страны в целом, поскольку каждая из этих сторон указывала, в чем интересы противника, противоречит интересам страны. Естественно, бывают и случаи, когда стратегические интересы совпадают у всех более-менее крупных владельцев СМИ. Но, скажем, те же Гусинский и Березовский, ругая друг друга за неправомерное поведение во время приватизации, естественно, не ставили под сомнение